Итак, самый-самый добрый день сегодня, 20 февраля 2015 года. Сейчас мы находимся в Манхэттене. Пришли узнать по поводу колледжа. То есть у нас есть определенная программа, которая для international students можно получить бесплатное образование в колледже. Сейчас мы только узнаем. Позже я, конечно, информацию скажу, как это все делать. Такие вот бумажки с информациями. Сейчас нам позовут менеджера, который занимается International Students. И нам все объяснят. Вот такой вот. Вид на Нью-Джерси открывается здесь. Нью-Джерси. На улице сегодня очень холодно, в районе минус 15. Ну, сегодня пятница, в воскресенье уже будет плюс 9. Поэтому перемена погоды очень резкая. Идет. Лед плывет по Hudson River. Это Гудзонский пролив. Сейчас я... Нас позвали. Чуть не врезался в эту штуку. Тут вот прекрасная, милая женщина, которая решила помочь нам, объяснить все. Ладно, сейчас она все объяснит, а потом еще видео сниму. Вот нам дали бумагу, какие тут факультеты есть. Аккаунтинг, бизнес-менеджмент, компьютерная информационная система, компьютерная нетворк, технология, технологии информационной технологии, health information технологии, спасибо. Это типа медицинская, что ли? Да. Потом nursing, это медсестры, помощники докторов, фармацевтики, парамедики. Small business. В общем, все есть. Не все, подожди. Здесь очень много факультетов. Ну, тут даже театральный факультет есть. Да, даже театральный факультет. Тут театральный факультет. Еще есть видео Art and Technology. Ну, в общем, вот сейчас мы ждем, пока нам дадут подробную информацию. Вот такие вот факультеты в небольшом колледже Манхэттена. Такой еще тут хороший открывается тоже. Все подойдут. Сегодня солнечная погода, конечно, на улице. Так. Ой, классно жить в Манхэттене. Но дорого, черт возьми. Очень-очень дорого в Манхэттене жить. She's from Jamaica. She's an international student too. Thank you. Where are you from? But I don't think we're gonna go as international students because we are now, as I believe, residents. You got a green card? No, we next got year. Asylum granted. Yeah. When was it granted? Some days ago, last Friday. You got the card actually? Yes. Yes. Also, he is not international. Let's sorry, baby. Yeah. Let's tell him to go home. take it. You're welcome. Bye. 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 Alright, so you just want to know how to apply now. Yeah, I sent the grants also just about me because he doesn't speak English much, so he has to learn. He have to. Yeah, I go to I school every day. He will learn. Yeah, he's a poor. TV and the radio. Yeah, you're right. That's how it goes. So I want to tell you that I don't know if it's it. I have like piece of paper from the Olympic Committee that I was I had been volunteering for Olympic Committee for 3 years. Будем сейчас разговаривать, попозже сниму и все переведу на английском. Все. Подружка вот бесплатно поступила. В понедельник у меня все узнаешь. Вот это тут колледж. Название. В общем, информации нам толком здесь как бы дали, как бы и нет. Послали в другой офис. Сейчас поедем туда и нам, надеюсь, там скажут больше. Вот это вот World Trade Center. Мы находимся в даунтаун
Манхэттен. Куча студентов вокруг. И я буду студентом. Альберт хочет учиться. Учиться хочет. Хочу быстрее туда залезть. Ой, можно было интервью с ней взять, с которой нам помогла, чтобы она рассказала, что и как делать. Это многие ребята поняли. А, да, она толком ничего не объяснила, Альберт. Она все рассказала. Но, не знаю, если бы она все рассказала, то бы не послала нас в другой офис. Я не послал, да, она сказала исходить все в онлайне, она сказала все, что сделать надо. Да, и много информации есть в онлайне. Она коммерческий представитель этого колледжа. Для нее в первую очередь это вылез за деньги. А есть программы бесплатные, где можно бесплатно поступить в этот колледж. Так что мы будем обходными путями идти. Где бесплатно, где сэкономить. Это же самое главное. Да? Налоги заплатить. Налоги заплатить? Ну, нужно. Я время не закончилось. Но еще только весной же только это. Как ее сдача будет. По-моему, до мая, что ли, она, в прошлом году нам вулы когда делала. Тут ежесезонно надо платить налоги. Не нужно платить, отчитываться. Сколько заработали, сколько нужно заплатить. Как холодно на улице. Пошли перейдем здесь. Ладно, в общем, рука мерзнет. Еще раз World Trade Center показываю. На улице мороз. И солнце, день чудесный. В общем, если доеду, если доедем, точнее, то еще сниму. Если не доедем, то не сниму. Не знаю, может, еще ролик какой-нибудь зарисую, когда доедем до Мидтауна. Все, все, все. Итак, сейчас мы идем к метро, чтобы сесть на трейн. Проходим через парк, сейчас будет Бруклин Бридж, Бруклинский мост. По-моему, я его еще днем ни разу не снимал, он виднеется впереди, поэтому думал, надо все-таки зафиксировать этот момент. Летом, конечно, это очень красиво. Этот парк одно из самых тоже высоких жилых зданий в Нью-Йорке. Так вот. Вот и впереди Бруклин Бридж. Что может быть надеюсь? Так холодно на улице. Очень-очень холодно. Ветер дует. Ужасный. Солнце светит. Сейчас я быстренько сниму. Скинул. Вид вроде небольшой, а на самом деле большой. Все, спускаюсь в метро. И вот это уже Барух колледж, который тоже находится в Манхэттене. Такое вот тоже прикольное внутри здание, такие флаги. В общем, мы немножко опоздали, в же время, так скажем, уже не рабочий, сегодня пятница. И вот сказали нам, что лучше всю информацию посмотреть на сайте колледжа. В принципе, очень много всяких программ, на которые можно подать заявление, заявку. Поэтому, наверное, мы будем все это делать уже онлайн, с интернета, с компьютера. Вот, наверное, на этой ноте сегодня уже все. Так что спасибо, что вы нас смотрите. Всем любви, всем счастья, всем крепкого здоровья. Всем огромный привет. Всех люблю, всех целую. Пока.